Всем привет, я Злокотин Владислав. Я учился в Тимарт Школ. В Тимарт я пришел уже с знаниями. На тот момент у меня было три персонажа, у меня было некоторое количество пропсов. В общем, пайплайн определенный я знал. Пришел в школу и сразу же хотел попасть на персонажку, сразу же заниматься с персами. Но поговорив с Тимуром, я понял, что стоит все-таки попасть перед персонажкой на второй уровень. То бишь по уровням есть первый уровень коридор мы делаем, второй мы делаем корабль, а третий персонажка. Все эти курсы настолько взаимосвязаны, что в дальнейшем, когда мы делаем персонажку, мы пересекаемся с теми знаниями, которые проходили ранее. То же самое касается и второго уровня, что он взаимосвязан с первым. Чтобы проще сделать корабль, если ты сделал коридор, то тебе будет проще сделать корабль. Также на втором уровне мы проходим анатомию, мы лепим губы, глаза, там, рот, нос, уши. Также лепим мышцы, изучаем эту анатомию. Впрочем, там же была и дипломка. После, когда к кораблю переходим, есть два, так скажем, выбора. Это идти стандартным путем. Это если тебе курс дается тяжело, делаем, пилим стандартный корабль, либо же корабль с нуля и делаем тот, который нам нравится, так скажем. Но при этом обговаривая все с куратором. У меня на тот момент был куратором Дима Никольский и также время от времени поддерживал Тимур. Вот. Это не касается еще стримов даже, потому что каждую субботу стрим, это тоже очень полезная, так скажем, опция, когда ты общаешься не только со своим куратором, но и с остальными учениками, у тебя проверка идет домашки того, что ты сделал, также проверка того, что ты сделал, можешь задать вопросы Тимуру и остальным кураторам. На стримы приходят, иногда приходят разные профессионалы, которые уже работают в этой индустрии, рассказывают, какой у них опыт, чем они занимаются, на каких позициях, что ждет дальше учеников. Также насчет трудоустройства, блок по трудоустройству, да, тоже интересный очень в плане, честно сказать, когда я пособирал свой портфель, я не делал такого акцента на, так скажем, портфолио, на некоторых нюансах, которые раскрываются в блоке по трудоустройству. Также есть одна плюшка, это насчет того, что кураторы помогают с оформлением портфеля, потому что портфель на самом деле это очень важный элемент в трудоустройстве. Спустя 9 месяцев после того, как я пришел учиться в Тимарт, я устроился в геймдев-компанию Red Rift. Тех знаний, которые дала школа, мне хватило, но, естественно, поверх тех знаний, которые дает школа, я еще черпал из интернета, потому что это все-таки такой важный момент, то, что ты должен поглощать информацию не только ту, которую тебе дает школа, но еще искать в общем. Хочу сказать одно, что школа очень хорошо пушит вперед. Также можно было и без школы добиться, но это затраты по времени и на самом деле большие. Это, не было бы такого комьюнити, которое помогло бы осознать, где у тебя есть проблемы, а где нет. В общем, на этом все. Спасибо за внимание.